I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Вы на канале Афира Пэтс. Мы идем на рептилиум. Светит солнышко замечательное. Сейчас машина поедет. Мы идем к Марине и вообще вам поснимать рептилиум. Что за рептилиум, что за рептилии там. Шерсть волка настоящая. Ой, целый волк. Линяного волка, да. Можно взять, подарить там кто-нибудь волк или самому носить довольно. А, классно. Так, давай пойду сверчка нам куплю, а то нам гипонов вечером надо чуть кормить. Я сейчас найду. Мотаю нервы, сколько вам клубочков. Клево. Я сейчас найду погоду. Лучик зла. Мы с тобой в этом году пойдем на болото собирать куклу мазалачку. Ты будешь отжимать. Надо сюда на палку. Пошли собирать сфакт. Я, значит, отжимаю, а это собирать. Так, людей не снимаю. Алиса, сумочку. Раз, она в разу ближе. 4-5. Это, конечно, девки офигеют. Они из чего сделаны? Это из эпоксидки от вас. Эти тоже мы вас знаем, а вы нас нет. Интересно. Благодарим за то, что вы делаем. Вы за мной следите, да? Но за домом зайца. Страшно жить однажды. Знаешь, я так по московскому зоопарку гуляла, а меня выследили на стриме. Надо что-то у вас купить, да, чтобы в дом зайца пошли деньги. Да, есть, обязательно. Да, можно вас снять. Да, можно меня снять. Вот, но да. Ненадолго. Дом зайца, дом зайца. Девочки спасают именно не кроликов, а зайцев. Мы просто по кроликам. Жора. Жора тоже зайца. Жора бесценен. Так, а вот такие штуки сколько стоят? А там сзади, сзади цена. А, на каждом разная, да? Да, да. Ого, нормалек. Потому что это камушек. Да. Да, это камушек, а они к тому же все разосованы маслом. Масло просто месяц сохнет. Поэтому, да. Поймите цену, да? Да, поймите цену. Есть как бы недорогие наподобие вот таких. Ага. Тут декупаж с прессовкой, ага. Есть акрил изначальных работ. Это все ручная. Ну, это понятно. Да. Поэтому они стоят. Из-за этого и это. Но обязательно что-то надо купить. Вот здесь есть очень, вот этот очень красивый зайка там немного. Да, они же все красивые там. Сердечки. Здесь сердечко. Вот этот зайка сердечко. Да. А, ух ты. Цену?
Как бы со мной можно сторговаться, да. Если там волонтер волонтера. Не, мы не волонтеры. Ну, она кроликовод зайцевода. Да. Вот такой красивый. Мы помогаем, чем можем. Ой, надо что-то срочно купить. Ну, пока, да, просматривайте. На бамбуке, на эпоксидке, на дереве. Зачем вы здесь возле входа стоите? Помогаете наши деньги, да? Это гораздо лучше, чем мы в прошлый раз постояли. На рептилиум? Дом зайца такие. Приветики. Ну, там вообще хомячки. Там еще и хомячки есть. Я думала, тут рептилии. Не, не только. Обалдеть. Экзотика сплошная. Блин, оно такое все офигенное, ой-ой-ой. Тут, кстати, два зайца нарисовано на самом деле. 600. Их два. Mm-hmm. Просто на свет посмотри сейчас. Если на свет завести, видно, что их двое. Ага, белый и черный. Да. Один на Луну мигрирует из Земли, а другой наоборот на Землю. Зай, какой нравится. Надо что-то купить срочно. Да, ну, пока ну огромные, конечно, нет. Это громадные. Это сколько стоит? Ну, кстати, для такого большого еще цена нормальная. А они большие такие. Это вот цена складывается, а именно из качества прорисовки. А. Да. О, это какая сын. У нас семья. Такой рыженький маленький. Ну, в смысле, парад. А это инь-янька. Да. Клево. А это на наш хиты-бани похож. А если все, я хочу как выбрать. Хватит пытаться Жорика продать. Он бесценен, они не расплатятся. Жорик слишком пылесборный. Помогите. Ну, Зай, каково? Здесь много, здесь вот есть кругленькие, здесь есть кролозайцы, причем... А, понятно, да. Так, понятно, да, значит, сложная прорисовка. Нет, я просто немножко уже... Пытаюсь вообще понять, что происходит. Прошлый сезон у меня 85 зайцев. 85 зайцев? Сейчас 85, да. А можно же карты? Да. Перевод там как удобно. Главное – деньги. Отдайте нет, ваши деньги. Нет, а биткоинов нет, да. Ну, мне, кстати, предлагал волонтера завести эту тему. Вы очень молодо выглядите. Где-то на 12. Скажи спасибо. Спасибо. Скажи. А если я делаю хвостик, да, там надену очечку на все делать. Сюда очень пусто. Хорошо выглядите. Зайка, на ну самом деле, кого? Вы могли этим воспользоваться. Детский билет 300 рублей. Детский билет. Вот это, конечно. Не, нам, к счастью, рептилиум предоставляет бесплатно стол. Это круто, это приятненько, да. Зай, но мне нравится вот такой вот. Разноцветный. Какой? Вот этот, сердечко. Давай этот возьмем, если этот нравится. Если что, могу скидочку сделать. А за сколько? Как-то неудобно у вас вот брать вот скидочку. Ну, там на 200 рублей я скину без проблем. Да? Это будет по-божески? Скидывай. Это вообще шикарно будет. Вы только мне скажите, куда переводить. Хорошо, там, мы это берем. Сейчас я пока добуду его. Ой. Туда можно перевозить деньги, да, Витя? Поэтому номеру денежки переводят. Да. Отмечаем. Да. Если начнут приходить деньги, вы знаете, что это не просто так. Да там мы постоянно же переводим. Работа, это не, не то, чтобы кого-то из нас. Почему не могут? Они же глупенькие. Ну, на самом деле, пока не напишешь, очень мало кто поддерживает на ежемесячной, на постоянной основе. Ну да, да. Ну вот, серенькие такие. Серый есть, он, но он уже большой такой. Ну ладно. Все, спасибо большое. Пойдем. Это же пойдем. Немо, да. Немо. Ты же со мной ходи. Иди сюда. А, ботинки. Ага. Вот у них пол очень легко определяется, потому смотри, что матовые – это мальчики, а глянцевые – это девочки. Вот, вот глянцевая, это шелак. Матовая. Да, шелак.
тут рогатки. Это не Марина? Это Маринина. Маринина книжечка, Маринина. Марина, правда. Ага. Ты при бомбасике, зайка. Красивые штучки. Игрушечки даже для детей. О, камни. Как называется камень? Не забыла. А, ну это не в украшении, да? Просто камень. Очень красиво, смотри, какой. Вау. Блестящий. Тигровый глаз, очень красивый камень называется. Прикольно. Красивый камень. Это какой странный. Это еще гид, наверное. Я не знаю. А, это мой, скорее всего. Точно. Точно уверена, что не хотите себя оставить? Точно. Я тут была в основном. Уголок. Никто не уголок. Так, там, значит, у нас всякие растения для теров. Красивые очень. Мне тут принесли подписчики банан. Бананы. Чтобы я не голодала. И знаете, что я сделала с этим бананом? Что? Я его продала. Ты офигела? Да. Продала банан за деньги? Да. Я это ужасный человек. Тебе? Нет. Нет? Он перевел мне 100 рублей вместо 50 и сказал, что завтра я еще один банан. Так, ну дай я хоть покажу. Мы договорились, я принесу. Вот оно. Надо еще зайти в магазин за бананами. Вот это вот твои любовь. В принципе, можно дорожить бананами. И бизнес будет лучше идти. Я просто нарисовала. Да, я вот лицо покажу. А это твои, значит, да? Да. Тогда. Я такое уже видела там. У грустной тети. Она такая. Там сидит. Ой, какие милые. Прикольные. Еще один пакет на бандюрон. Мы пошли дальше. Я не знаю, как мы только начали с ними. Блин, как они называются? Здорово, а то я уже второй раз обзор не делаю, дам ссылку на ваши. Отлично. Там домики? Да. Нет, я понял. Так, тут лягухи. А вон, смотри. Вот мимо пройти не там дом зайца. Почему ты не сказала, что здесь будет дом зайца? Они зайцами занимаются, а не кроликами. Нет, ну мы их знаем. Они нас нет, конечно. Но Яська наша с ней сотрудничает, Яська. Да, да. Красивые, чудесные, просто волшебные. Очень красиво. Все захотелось оттуда забрать. Но все за деньги, прикинь, визуально. Очень долго болтали, очень хорошая девочка. Да, пошли. Пойдем, пойдем. Ты веди меня. Веди, говорю, меня. Кто там у нас? Это большие штуки. Да. Игуана. Пожалуйста, это Евгений. А, это же Евгений. Офигеть. Они там вроде друг друга. Вот это круто. Не медицины, не вот это вот. Нет, если хочешь, медицины там пару-тройку туда. Можно я? Такой загоревший, как будто и не с севера. У меня рябы не понятны. Огромные. Сложно не застрять тут. Нет. Они такие прикольные. Но когда они напоют? Тогда. Они могут напить. Так бородатая гамма у тебя тут есть вот или нет? Вот, понимаешь, вот это я тоже опасаюсь. Это прикол, они напротив друг друга, черепашки. А я что-то не вижу. Наверное, нет.
Давай спросим у Марины. Да потом спросим. Нам надо сделать обзор, чтобы... Ого. Это мы... на памяти хватит. Это мы не знаем. Да. Ё-моё. Варан. Мне кажется, вот тут... О, боги. Вот тут арус будет возникать. Да-да, ты женщина. Что здесь они очень в тесных условиях. Но это всего лишь на 2 дня. Это домик красивый, смотри какой. Блин, да, это клевая штука. Крутая штука, да. Вот такие цены. Какие маленькие. А бородатые агамы нет у вас? Так вот они ж маленькие красавчики. Они смотрите. Просто красавчики. Да. Мечтает. Агами. А так вот ты не скажешь, что она. Прекрати. Что они такие огромные вырастут? Они такие малышата. А скажите, пожалуйста, ну вот на начальном уровне можно вас снимать? На начальном уровне какое оборудование надо? Вот мы покупаем малыша. Что нам еще надо? Лампа. Лампа подогрева. Погромче, пожалуйста. Ультрафиолетовая лампа, лампа обогрева, ага. Кальций, витамины, поилочка, ну и в целом там грунт. Все, то есть этого достаточно. Угу. Укрытием я особо не пользуюсь, можно по желанию поставить. Ага. Но вот. Это сколько примерно надо вот заводим агаму? Зависит от того, где вы покупаете. Есть там террариум, не знаю, по 5 тысяч, есть по 10 тысяч, угу. Зависит. Но лучше купить сразу большой, чтобы там может, не может, сначала может, маленький, а потом может, большой, она же растет. Вот этим можно уже сразу, да, uh-huh. Пускать. Uh-huh. Вот. Охотятся, ловят они все сами уже, поэтому с этим проблем нет. Да, про кормежку сверчки, расскажите. Да, сверчки и тараканы, да, сейчас. Тараканы. Где-то сантиметровые насекомые любые запускаете, там 10-15 штук, они сами ловятся. А вот червячки вот эти фобосы, да. Мучник за фобос только в качестве лакомства, там, пару резко, раз. Иногда. Ну, как и Марина говорила, жирный, правильно? Да, 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 все верно. А он со своими фобосами. Да. Ну, у меня знакомый, то видимо, все-таки просто свер... решил не изучать, а сразу завести. Оказывается, неправильно, фобусом, да? Вот, я только хотела сказать. Всегда от питания зависит правильного, но правильно? Питание, да, в том числе. Да, нет, не так. Блин, они такие. Змейки по десятке. Они такие братишки. У меня подруга мечтает о питоне, но террариум за 100 тысяч... Ну, она так вот нас шла в Питере. Ну, типа, они же огромные, наверное. Эти питоны вырастают до 1,5 метра. Это тоже питоны? Это ё-моё. Есть питоны. Господи, змейки и змейки. Они вырастают до 1,5 метров, им достаточно. Ага. Им террариум нужен меньше, чем агами, на самом деле. Там 70 на 40 на 40 достаточно. Это как это? Ну как, террариум для змеи всегда делается с расчетом длина змеи, деленная на 2. То есть он вырастает там 1,50 м, значит, ага. Там 70 сантиметров достаточно террариум. Все, вы можете спокойно выходить. Там уфе не надо, будет дешевле, чем с агамой. До 1,5 метра. Они уже за сегодня намучились. Все им хотят, не все очень хотят потрогать. Да. Интересно. Ты змеи добавили в руки. Благодарим за консультацию. Эготерпа. Пока. У меня есть покрывало, которое вот это... на все. Настя, у меня есть собаку в пизде. Покажи. Я знаю. Это все. Чего? За что? У меня, короче, была общая кроссовка. Я потому что пакет, наверное, заберу. Какие они милые. О! Нет, нет. Марина, да? А эти куда-то бегут? Не, ну она может перевесить. Да? Ого, смотрит. Да, да, они вообще общительные. Да, я хочу это. Мечта твоя розовая, да? Их надо будет 2 заводить. Чего? Она одна грустить будет. Ты что, офигел? Нет. Я у Марины уточню этот вопрос. По-моему, ты меня обманываешь. Нет. Не обманываю. Оп. Это кто?
Значит, тут экзоты, оказывается. Не просто террариумные штуки. О, и облиофар. И облиофар. О, прям комплект, да? Да, да. Все включено. Террариумы. Не уверена, что обзор для Марины понравится, потому что... О, такие... Иди сюда. Вот сюда. Такие прикольные штуки. Можно вас снимать, девочки? У вас очень красивые штуки. Вы сами вот это делаете, да? Очень клево. Сережечка. Элису можно снять? Благодарю. Беспроигрышная лотерея. Ой, ну вот это, конечно, крутые штучки. А тут посмотри, нету твоего этого камня. Я не уверен, что это камни. А подскажите, это камни? А это стеклышки. А камней нету, да? Нет, камушками нет. Камушки только вот кулончики вот такие вот есть. Янтаря не видим, да, здесь? Находимся за янтарем. В общем, и максимально на... Вот эти очень красивые. Все, что... Стекло, да? Я же говорил тебе это. Вот, тут вот такие камеры, интересные, да, люди. Да. Очень необычные. Ремесленники. Нет. Очень... О, божечки мои. А я хочу там снять. Вокруг меня. Огромные штуки. Да, да? О боже, что это? Вы такое делаете? Можно вас снять? Да. Вы такие красивые девочки. Ксюша, расскажи про работу. Это делает Ксения сама лично эти работы. Объясни. У тебя лучше получается. Это сказка. Эпоксидная смола. Это эпоксидные смолы с цветами, бабочками, черепами. Обалдеть. Ручная работа. Ну конечно. Очень. Черепа настоящие. Настоящие? Да. А чьи? Да, разные. Это лиса, это корсак. Это тоже лиса. Нижняя челюсть рыси. Это затылочные косточки козлика. Это сапсан. А где вы берете кости, простите? По-разному, на самом деле. Чаще нахожусь в лесу. Еще лебеди есть тоже. О, боже, лебеди. Экзотика, экзотика. Очень красивые работы, необычные. Ни раз такого не видела. Класс. А что именно? Тише, не дергай. Две по один. Благодарим. Так. Боже, это что такое? Мы такое не будем показывать. Там лапки чьи-то. А вы сами делаете, да? Да. Красиво очень. И ухаживать не надо за ней. Вообще, это правда. Ну какая красота. Идеально сделанные. И змейки, тебе и кончики.
дня отдам со скидкой, потому что я устала. Можно вас снять? Очень красивые работы. Все такие умельцы, я смотрю. Уникальные люди здесь собраны. Тут всегда хорошие ребята собираются. Ну, мы просто первый раз на рептилиуме. Ну, вообще из Питера. Ну, обычно в Петербурге, пробовали в Москву, и здесь нам прям очень хорошо и приятно. И отличная компания, и отличные мастера, тоже наши друзья все. Очень уникальные люди, мы просто в шоке, как люди умеют своими руками такие красоты делать. Кольца шипами. Если что, можете сфотографировать, подписаться. Я работаю в том числе на заказ. Сбербанк. У всех Сбербанк. Мотылечки. Ой, ну что. Мотылечки, бабочки, махагоновые сердечки, натуральные камушки. Натуральные камушки тут? Натуральные камушки, синий авантюрин, янтарь. Шипы розы на ольхе. Янтарь? Иди сюда. Он хочет янтарь. Настоящий янтарь из Калининграда, синий авантюрин из апатитов. Это дуб, соответственно, тонированный и нетонированный. Янтарь. Да, можно все померить, выбрать. Размер от 20 до 15. Обычно все попадают. Сейчас. Там, походу, иди сюда, тут тоже янтарь. Смотри, какой интересный. Деревянное кольцо с янтарем. И разные размеры. Это самая большая двадцаточка. Ну, это слишком, наверное. Почему? Нет? Нет, у меня 18 с чем. А вот 18-е. Можно посмотреть. Деревянные кольца. Я такого не видела. Вот. Они покрыты яхтенным лаком. Яхтенный лак выдерживает мытье рук, выдерживает санитайзер. То есть вот износостойкость, как на днище яхты. Как бы работать можно, не расколется, да? Нормально, да. Но это подольше сюда это... не оденется. Вот тут, наверное, блин, 18, а сразу 20, да, потом? Да, сразу 20. Да какой у тебя зайка? Ожерелье, ух ты. Я думаю, что 20-ку. Это тоже 18. Как это можно делать руками, а? Ну, слушай, тоже с янтарем. Это синий авантюрин. И тонированный дуб. А это не тонированный дуб. Дуб, зайка, крутяк. Вот эти, конечно, ау! Это я говорю на работу с начальником разговаривать. Ух ты, как с ними жизнь. Ну вот, как-то берут, живут, знаете. Зачем они? Для особо тяжелых переговоров просто. Очень колючие. Ну, колючие я продаю уже больше года, да, пока что не было жалоб. Как интересно. Ну, уникально, конечно, да. Такого. Да, 18-й, наверное. Они уникальны, потому что это ручная работа, потому что дерево, конечно. Не бывает двух кусков дерева одинаковых, правильно? Может быть, еще попадет. Боже. Помогите, спасите, чьи-то лапы продают. Боже, помогите. Что это происходит? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Экспозиции у всех красивые такие. Вот такой вот мы, мама, купили череп. Лягушка. Лягушка, которая там же, только там стенет, а это рыба. А, да? Это какая-то самая. Ясно. Это же это лягушка, череп. Спасибо огромное. Пожалуйста, ваши дракончики же прекрасны. А я думал, какие ты комиксы говоришь, если бы ты сказала раньше. Я тебе еще показывала картинку. Нет, я. Ну это когда было. Я не знал, что мы здесь. Я тебе не говорила, да. Потому что, да, иначе мы сразу... Мы сразу перестали заходить. Спасибо огромное. Пирожочки тоже полезная вещь. Подписывайтесь. Я так и люблю, так что...
Ага. Приятно, когда люди улыбаются. Возьмите сувенирчик. Благодарю. Дроздофила. Что там? Да? А, я думала дальше. Они так спрятаны. Они крошечки. Кажется, вы лягушки. Вы лягушки сами заводите? По лягушкам с кем можно? По лягушкам. Да. Вы лягушки сами заводите? Вот это, простите, теры. Блин, мы ж никогда здесь не пройдем все. Как это все успеть пройти? Прибамбасики, подводные декоры, природные экзоты. Вот это они, конечно, достают огромные коряги. Где они берут коряги? Напишите в комментариях, где берутся коряги. Это похоже на масленку. Крабики. Лягушечки? Где лягушечки? А, лягушечки. Да, клапья подходишь. Ребят, вода аквариумная. Нет, это вода аквариумная. Там клапья. Крутая вывеска у них. Спасибо, спасибо. Работаем над этим. Работаем. У нас еще, кстати, с проигрышной лотереи. Да. Всего 200 рублей. Какие соусики, я вообще не говорю. Можно стать обладателем самочки. Мы не по этому делу просто. У нас более пушистые. От самочки можно отказаться. Да. Животные. Кролики. У нас кролики просто. Удачи, наверное, приносит. Удачи. Да, да. Нет, только горохи. Это естественно. Ой, у всех такие прикольные малыши. Да. Да? О, боже. Ну, я что-то их не вижу там. Вырастет вот такой яд. О, божечки мои. Это как у Олега, зайка. Чего? А, как у Олега? Маша. Маша. У брата Маша. Что ты Машей назвал ее? А вот это вот написано яд. Это значит ядовитый? Он значит ядовитый больше, чем остальные. Серьезные последствия. О, божечки. Жесть. Такого злить нельзя. Thank you.
это техника Тиффани. Это когда металлический провод, пайка, стекло. Вы сами делаете? Можно вас снимать? Нет. А, вы продаете? Делает дочь, поэтому... Очень интересно. А она пошла уже одеваться, да. Соответственно, для... Прикольно. Паучок сидит живой. Лапки красивые. Прикольно. Интересная техника. Да. Вот для маленького скорпиончика вот такой террариум маленький, совмещенный вместе с флорариумом. То есть в одном месте можно посадить. А в 6 часов голос сказал: «Уходите все отсюда». После рептилиума мы тусовочкой небольшой с друзьями Марины идем в кафешку какую-то. Мы тут уже ходили по Китай-городу. Очень много народу, очень мало места. Даже очереди в кафешке на улице. Поднимаемся по хреновой какой-то улице. Ой. Что не бывает горка. Зайка, вот это горка. Вот Спасоглинищевский переулок, ё-моё. Фух.